Выводи четвертую камеру, сэр. Выключите эти лампы! Выключите эти гребаные лампы! Я больше не могу! Выпустите меня! Умоляю! Что он задумал? Я больше не могу! Здесь очень жарко! Эй! Закрой свою пасть, немецкая собака! Выпустите меня! Отпустите меня домой! Какие-нибудь указания? Отпустите меня к моей семье! Отпустите к семье, сволочи! Я больше не... Следите за ним, пока я не приду. У нас не работает камера во втором карцере. Понял вас, перезагрузите систему. Черт! Я тебя слышу! Успокоить его, сэр? Пока не надо. Ах ты! Я тебя слышу! Я всех вас убью! Я выколю тебе глаза! Я отрежу тебе яйца и засуну их тебе в задницу! Вот ты где! О да! Выключите у него свет. Нет! Нет! Я не выношу тебя! Ты... Открывайте! Не страшно! Трудный день, мистер Ротмайер. Господи, прости меня. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ты и есть зло! Ты сам дьявол! Разве ты не слышал о безумце, который зажигал фонарь в яркие утренние часы, а потом бежал на рынок и кричал непрерывно: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!»